Hey, okay, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру под названием Shadow Warrior. Окей, мы с вами прибыли в город, да? Мы с вами побывали в доме, как вы видите, на мне теперь костюмчик. И давайте продолжать проходить игру. Короче, я посмотрел до достижанки, как я и говорил, да? А больше у нас нету по достижениям, типа, разрушаемость. Это было последнее, там, 1000 предметов нужно было сломать. Что это такое? И я это, в принципе, выполнил, поэтому... Я не понимаю, что это за дергания такие? Так, ну, понятное дело, что мы больше теперь рушить предметы не будем никакие. Хотя они могут потом мне порушить что-нибудь. Ну, как говорится, кто его знает. Это ж мощный, да, удар? А это сюрикешка. Что-то сюрикены, знаете, не очень далеко летят. Готово. Ну давайте, в принципе, искать, все смотреть. Нам, во-первых, нужна карма. А хпшка у нас с вами, в принципе, дохера. В принципе, это потому что мы все прокачали. Что связано с хп? Логично пойти в ту сторону, так? Ну, мы пойдем сюда. Здравствуйте. И будем все смотреть. Ребят, я все-таки еще посмотрел те секреты, которые мы в предыдущей серии пропустили. Помните, там, получается, у нас этот был. А водопад, где пещера, допустим, Бэтмена. Типа, пещера Бэтмена. Там, типа, есть водопад. Потом, на другой стороне, где мы расстреливались с помощью пулемета, еще что-то было. Так, вот. В чем прикол? Оказывается, и туда можно было пойти. И там были секретки, связанные с кармой, и все в таком духе. Да, мы, считайте, с вами просрали ништяки. В озере мы просрали ништяки, поэтому теперь мы будем даже самые обычные кустики такие вот проверять. На наличие чего-либо. Потому что кто его знает, может, допустим, вот я сейчас иду, да? Оно где-то вот в кустах лежит, статуэтка. Кассета. Ну ладно. Ну, кажется, это не это место. Но здесь, короче, нужна какая-то печать зеленая. Это нам 100 пудов это дальше идти. Так, я думаю, лучше сразу вот так замутить. Да, потому что она могла бы меня потом задеть. И вот эта реакция. Это кто такой там ходит? Это что за хуйня с щитом? Так, мне это на самом деле не очень-то нравится. Я не знаю, кто это, ребят. Я думаю, не стоит к нему сейчас идти. Хотя у нас вариантов не так много. Эй, приятель. Мне интересно, что он делает. Это все, что он делает? Но он запуляет фаербол, где я был в последний раз. Теперь у них щиты появились? Так, я вот тоже удивился этому. Так. А вот это вот мне херь не нравится. Ха-ха-ха.
Не стоит ослаблять бдительность. Так, а кто это был хотя бы? А музыка не утихает. Ну, я на всякий случай F5 нажму. Подожди, в смысле? А, вперед, вперед, точно. Серьезно, их двое засунули сюда. Ладно, не получилось. Я понял, до свидания. Я, конечно... Воу-воу-воу! Я, конечно, все понимаю, ребят, но это я не понимаю. Так, ну здесь точно все изучу. Сначала разберемся с ними. В чем херня? Они довольно мощные. Типа, я могу за ним спрятаться и... Как мы видим, они так много мне ничего нанести не могут. Только если вот, конечно, зажмут. Ой-ой-ой-ой. Скорее всего, ребят, вот это и есть, типа... Боги, которые... Как я понимаю. Так, подожди, восьмерочка мне нужна. Так, прошла прогрузка, так? Я те ворота открыл, о которых я думал? Да. То есть, пипец, видите мне сколько дали кармы? 1000. Ну, мы с вами все равно это сейчас место изучим. Мы с вами еще прокачаем дальнейшее потом хил. Ну, типа, максималка у меня 620, да, считается. Это благодаря этому у меня хп больше стало. Аптечкам. Ну, не уверен, что мы где-то еще аптечки такого. Здорово. Аптечки где-то где-нибудь еще так найдем. Вот, бля, не хочу так честно спрыгивать. Поэтому лучше сохраниться. И теперь вот спрыгнем. Ну, если так посмотреть... О, нет, есть, видите? Все-таки что-то да нашел. Вот, допустим, дальше бы не прошел, не нашел бы алтарь. Все легко можно упустить. Вот, допустим, вдруг тут за деревом что-то спрятано, да? А я это просто увидеть не могу. Так, точно здесь больше ничего нету? По идее, на кнопочку действия ничего такого не открывается, поэтому да. Нужно в основном искать самые обычные места. Это водяные водопады. И в них может быть что-то, да, и есть. Так, ну все, тогда давайте переходить в next локацию. Тихо. Я еще не открывал. Какое прикольное место, да? А-а-а. А это у нас кто? Это те, кто я лучше сохранюсь. Если, ребят, это враги-люди. Hey!
Я лучше уйду отсюда. Я твердо отрицаю насилие, если... Только дело не касается людей. Все? Да ладно. Оу, тихо. Давай. Бац. А, так. Ну, попадишь ты в бочонок. Блин, мне больше урона носят эти взрывы. Воу. Тихо, я понял, до свидания. Ладно, отхилимся попозже. Манать. Время тоже играет на самом деле большую роль. Битву с демонами этим. Ох ты ж, ё-моё. Ох, как приятно. Я застрял. И как в Gordon Movie, я перевожу с места на место и убиваю все на своем пути. Да, вот это было жестко. Так, а куда мне хотя бы идти? Не знаю, но аптечку я точно я заюзу. Не, ребят, как вы видите, мне очень сильно нужно будет... Так, не сюда, я понял. Значит, логически, что мы сейчас сохраняемся, прыгаем в воду и ищем, что есть в воде. Здесь у нас ничего. Так. Куда мне предлагают пойти? Давайте тогда начну... Так, что здесь что-то есть? Туда предлагают... А, туда не предлагают идти. Ладно, тут бочечки. Так, фейерверки, взрывоопасность. Очко кармы. Так, сейчас я прокачаю очко кармы, подожди. Дай совсем здесь разобраться. Блин, я одну вещь, короче, прочел. Как, короче, довольно быстро прокачать себе карму. Вот эти очечки. Но для этого мне нужен специальный враг. Ну, я думаю, мы, в принципе, его с вами найдем.
Да, ну тут, видите, аптечек довольно много, поэтому можно было не переживать за ХП. Фанат печенья здесь не был. Я сюда пришел только за печеньешками. Серьезно. Круг из стали не может быть активирован. Серьезно, я пришел чисто за печенюшкой. Даже ящик этот не дадите открыть. Окей. Каев. Здесь ничего не будет такого, что я могу использовать. Ну, очко корму мы сейчас прокачаем. Блин, ну понятно, что я туда могу пойти. Подожди. Серьезно. Здесь ничего нету. Классно. Ну, кроме двух этих. Много аптечек, но на самом деле это понятно, почему. Давайте, ладно, так уж и быть, очко кармы заюзаем. Ребят, я так подумал. Пока что это я не буду вкачивать, потому что мы используем щит, так? Но видно, что меня уже довольно сильно прессуют. Угу, на 5 секунд. Те, кто вкушает энергию. Это у нас появление душа с врагов, ну именно, с помощью чего я могу отхилиться. В принципе, мне нужно будет потом вкачать ярость, типа урона больше, когда у меня мало хп. Но для меня важнее будет это вкачать. Вкачать что? А знание нужно убийца богов прокачать и умение убийца демонов. Сейчас мы будем с вами убийца демонов вкачивать. Хотя бы до... Ну, короче, все прокачаем здесь, потом вот эту пойдем. Убийцу богов. Боги, походу, это вот эти большие гиганты. Это как Минотавр, да, ну наподобие Минотавра, который типа делает врагов немного сильнее. Также и этот. Здоровяк, который вот это юзает щит. О, чем дальше, тем хуже. Это понятно по количеству дэмэджа, который мне наносят. Мне дают всего много. Не, походу, ребят, я скоро начну переходить и на огнестрел. Да что-то не дело. Они очень сильно меня коцают. Ты точно тут один? Он даже меня не видит. Ладно, поехали. Давайте их сюда загоним. Эй! А вот это вот уже плохая вещь. Ха-ха-ха. Они начинают блокать мои удары, серьезно? Посмотрите, вот это, только вот эти херни. Нанесли мне столько урона. Только такие, понимаете? Даже сколько за тебя дают? Я вот это вот уже не выкупаю. То, что он может блокироваться. Я это вообще теперь не выкупаю. Если они смогут все ребята у нас отбивать мои атаки, тогда меч уже серьезно не очень хорошая вещь.
Так, все, видите, мне предлагают перейти на другую локацию. Но это показали мне еще типа врагов, которые теперь могут блокировать мои атаки. Как бы то ни было, это довольно плохо. Так, я туда, походу, попасть могу. Ну, не сейчас, да? Так, давайте сначала вот этот участок изучим, потом следующий. Зачем тут кассеты и обувь? Скажи мне, а, девчуля? Так, лестница. Привет. Ладно, ну, хилы, ладно, дают, поэтому не страшно. На самом деле уже все идет проблематично мне проходить с мечом. Блин, я не знаю, посмотрим. Может, когда я урон прокачаю по демонам, будет более-менее. Типа, по нанесению мне урона, а не по демонам. Левитирующая трава. Найс. Потому что ничего не было. Серьезно, тут ничего такого нету? Не знаю, ну типа там лестница есть, но я не уверен, что я могу туда попасть теперь. Ладно, я больше ничего такого не вижу, поехали. Да уж. А, поехали. Я думал, тут что-то будет, на самом деле. И повороты я по-любому смогу пройти. А то, что здесь, кроме одной статуэтки... Хотя, может, все перепрятали. Кто знает. Поехали. Вернуться ж могу? Могу. Сохраниться. Так. Мы все-таки пришли на кладбище. Понимаете, я объясню ситуацию. Я что видел? Типа про эту локацию, да? И ну именно где секретки, может, типа, обычно вот эти статуэтки. Там, где мы взяли одну. Там должно было быть три вещи. Я не знаю, давайте я... Хорошо, я вернусь. Я вернусь обратно. А для того только, чтобы... Получить урон, да. Понять, может, тут все-таки есть секретная стена. Которую можно сломать. Знаете, кто его знает? Может, тут муляж, знаете, на самом деле? Ну, что-то так ломается, неохотно ничего. Да, это нихера не муляж. Окей. Давайте тогда найду хилку. Погнали. Почему не фул отхилила? Так, котик. Ладно, мне нужно котика еще освободить. Кто сидит под дверью. Рожуль, подожди. Ладно, пока будет открывать, я выпущу кота. Так, прогрузка прошла. Мы ни хера не нашли, поэтому идем дальше. Ладно, хилку возьму. Пускай будет. Ты правда не помнишь, за что... Так и знали тебя? Абсолютно. Память как пустой лист.
А меня выкинули из клуба Аматеракси, и теперь мне навсегда туда путь закрыт. Типа мне должно стать легче. Ладно, давайте сразу по углам чек. Блин, ну, ребят, я думал, обычные демоны только теперь будут. Ну, именно которые, видите, те, которые защищаются, они типа блокируют даже мои атаки мечом. Что дает мне мини-стан. Это очень плохо. Я... О! Что я нашел? Осталось понять, как тут зайти. Привет. Ну, типа... Мы знаем с вами херню. Ну, нет. Ну, типа, это проход, походу, чисто, чтобы мне показать, что там что-то да есть. Я понимаю, если сейчас прохожу через эти врата, на меня нападают враги. Это я сейчас очень хорошо понимаю. Ну, пускай. У нас что, по оружию? Так, фул запас. Фул объем. Поехали. Так, вижу ящик. А нет. Ну ладно. Погнали сюда. Ну, видите, это чисто деньги. Чисто денежка. И не более. Ох, нету желания. Ну, придется идти в воду. Если взять в расчет, что мы на кладбище. Это ящики с динамитом. Вы только посмотрите. Малыш демон стал совсем большим. Вау! Не-не-не, ребят, нужно идти на сушу. А во-первых, я не знаю, сколько их. В дверь я могу пойти пройти, но немного попозже, да? Чё, пацаны? Вылазим к водичке. Ай-эй-эй, вы чё, охерели? Ох ты, тварь! Сейчас огонь потухнет, я к вам подойду, вы что думаете? Ой, вот это вот плохо. А, да ладно. Ну, им очень много нужно урона наносить. Я могу им в спину нахерячить. Что довольно помогает. Так, F5. Так, еще один буду. Здоровый. Так, я вижу еще там что-то светится впереди. Так, здесь у нас в воде ничего. Ничего. Да.
Не-не-не-не, что-то они разъярены сильно. Вот которые приседают, лучше их сразу убивать, потому что они могут... то есть мне по-любому нужно было бы проходить, да? То есть вместо, чтобы идти по воде, я иду на обход. Или нет? Чё-то я не врубаюсь. Чё-то я эту локацию немного не вырубаю. Ладно, пойдемте сюда. Так, ну это тупик. А, вот это уже нет. Dark Woods, темный лес. Очко карма. Короче, ребят, я, наверное, буду вкачивать и то потихоньку. Первым, типа, убийцу богов качаем. Дальше убийца демонов, потом убийца этих. Ага, прикольно темный лес сделал. Привет. Найдем тайник. Это как с основной игры, поняли? Темный лес. Так, возвращаемся. Возвращаемся в самое начало. Вот это, походу, оно есть. Сразу смотрим по краям. Ни хера нету. Здесь я не знаю, нужно сохранять. Факела, факела нету. Я не знаю, смысл мне тогда было сюда идти. Давайте F5. Хотя я полноценно лучше сохранюсь. И можно, в принципе, ребят... Ну, хотя давайте войдем, посмотрим, что там, и тогда закончим. А, это просто типа дома. Обычный дом, который можно излутать. И все. И все, да? Классно. Нет, тут еще есть ящики. Бронежилет. Вау. А вот... А вот бронежилет, это мне нравится. Тот, кто придумал выражение «тихий как мышь», никогда не наступал на мышь. Так, что тут, ничего такого нету? Как отдыхалось? Демон делает бум. Наверное, хорошо было ему отдыхать здесь, в водичке. Водоемчики, водички. Так, там стенка, короче, довольно странная. Походу, ее можно сломать. А это фонарь светится. То есть что тут? Мне вот эта стена показалась, что что-то можно сломать. Жаль. Ну, вы здесь ничего нема. Окей. Или я просто плохо ищу.
Ну, окна со всех сторон, поэтому, скорее всего, да. Ладно. Что-то там рычит стрёмное. Давайте тогда, думаю, на этом закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.